С самого утра работа кипит на Димитрово. Улица отремонтирована. В прошлом году большими картами по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обновили участок между транспортными кольцевыми развязками от улицы Тополей до Молодежной. Георгия Димитрова очень востребована у жителей Промышленного и Кировского районов. Связывает между собой Новосадовую, Московское шоссе и Старозагору. Чтобы дорога прослужила как можно дольше, не вызывая нареканий горожан, сезонное содержание нужно выполнять не только своевременно и качественно, но и бережно. Несколько единиц техники и бригад рабочих очищают от снега и льда остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы, проезжую часть и дождеприемники. Нужно делать, да, так как днем плюс, например, ночью опять уходит под минус. Вот, там, где подтаяло, опять дождеприемник закрывается. Тем самым преграждает путь, то есть для слива воды. Это надо обязательно делать весной, каждый день, пока не наступит, то есть положительная температура. Немаловажная задача – обработать антигололедными реагентами тротуары, остановки и дорогу. Улицу нужно привести в порядок до плюсовых температур и массового таяния снега. Качественно выполнить работу мешают припаркованные автомобили. Некоторые из них стоят здесь безвыездно почти всю зиму и давно превратились в ледяные глыбы. Дорожные службы просят владельцев авто освобождать обочины, чтобы проезжую часть можно было привести в порядок. Это позволит сохранить отремонтированную в прошлом году дорогу в надлежащем состоянии. Оно на контроле муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Мониторинг ведется круглосуточно. Повышенное внимание к объектам, отремонтированным по дорожному нацпроекту. И в течение марта и апреля будет выполнен полностью осмотр всех объектов, которые были отремонтированы ранее, которые находятся на гарантии. В случае возникновения на них разрушений, подрядным организациям будут направлены письма о необходимости устранения имеющихся разрушений за свой счет. Если говорить в целом, объекты, отремонтированные ранее, достойно выдержали осенне-зимний период. Если говорить о улице Димитрова, то разрушений на ней нет, то есть по гарантии никаких вопросов не возникает. Самарцы, живущие на Димитрово, довольны не только качеством отремонтированной улицы, но и тем, как она убирается по зимнему регламенту. В сугробах не тонем, тротуар более-менее чищенный, нормально обрабатывает. Такая же регулярная уборка снега ведется во всех районах Самары. В минувшие сутки на городской улично-дорожной сети трудились 282 дорожных рабочих. Механизированную расчистку и обработку выполняли 457 единиц техники. Израсходовано более 84 тонн противогололедных материалов. На полигоны отправили более 8000 тонн снега. За всю зиму утилизировали свыше 820 тысяч тонн. Это больше в два раза, чем в прошлом году. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.